Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые телезрители, любители силовых видов спорта. Я Андрей Юньков. Сегодня вам хочу выразить свое большое пафосное вау по поводу проведения турнира имени Сергея Будюка и предыдущего турнира, который состоялся буквально недавно тоже, имени Владимира Кравцова. Эти оба турнира, они получились не только интересными и пафосными по поводу и без повода, и рекордов, установленных на этих турнирах. Но самой главной фишкой на этих турнирах я увидел совсем другое, иначе говоря, другую сторону медали, а именно... Вот данную медаль я вам показываю близко в кадре. Эти медали изготавливает фирма, так называемая фирма, звание которой имеет чемпион среди медалей. И я считаю, что эта медаль и предыдущая, которая была на турнире имени Владимира Кравцова, без пафоса, честно, я считаю, что это произведение искусств. И если бы у него не было автора, у этого экземпляра и у этих произведений, я бы мог подумать, что это произведение Фаберже или Тиффани. Так что, уважаемые друзья, уважаемые коллеги других федераций, берите пример непосредственно с ассоциацией силового многоборья «Витязь». Вот такие вещи нужно изготавливать для своих любимых спортсменов, которые выдают на гора огромные результаты. Огромное вам спасибо, уважаемые телезрители. Вот что я хотел вам сегодня сказать. Кланяюсь.